Настя, Леша, выйдите сейчас. Леша! Леша! Виталик, давай к нам. Сейчас, Олег. Таня, пойдем к нам. Еще есть с нами Олег, но он пошел спать, не очень встал. Ребята, хотел бы выразить вам благодарность за то, что мы, команда, которая сформировалась вообще негаданно-нежданно, случайно. Но мне очень понравилось то, что у нас есть люди, которые готовы взяться за какое-либо направление, довести это дело до конца. И этот концерт, это как бы то, что родилось у нас совместно. Я хочу представить здесь людей, которые занимаются каждым направлением. Настя Бондарь, это человек, который занимается данными концертами, праздников и мероприятий. Леша, да, если можно хлопать, это будет приятно. Алексей, на данный момент выразил желание заниматься литературными чтениями, квартирниками. И то, что вы видели сейчас, это импровизация, которая была, ну скажем так, сформирована по желанию. То есть мы просто нашли людей, которые хотели бы выйти из своих как бы там квартир, кругов, кружков для того, чтобы показать нам, людям, слушателям, что это все возможно и это не сложно. Спасибо тебе, Леша. Игорь на данный момент сформировался как ведущий. На самом деле, как бы он битбоксер, крутой парень, вы его еще услышите, мы услышим. То есть, в принципе, Игорь это битбоксер. Виталик это тот человек, из-за которого вообще сегодня все это состоялось. Потому что Виталик представитель всей, скажем так, украинской организации Let's Do It Ukraine. Это та организация, которая сегодня организовала всю эту уборку. Кто знает, кто не знает, сегодня утро, с 10 утра до примерно 12 часов этого часу по городу убиралось несколько локаций. Убирались такие локации, как Кившар, молодежный пляж. Кстати, корректнее было бы сказать вот так. Виталик выступил как организатор этого дня уборки в городе Ахтырка. Но за каждую локацию взялись отдельные люди, за что огромное им спасибо. У нас на плакате есть конкретно, кто за какую локацию отвечал. Вот, огромное спасибо, кому интересно, можно узнать. Конечно, Виталик, спасибо. После этого как бы, формат был такой. Обычно несколько лет назад до этого проводились, кто может участвовал, кто нет, просто уборки. Да? Убрались, разошлись, покушали кашу, это было классно. В этом году все перешло в формат фестиваля. Такие фестивали мы хотим проводить чаще, насколько это будет возможно. При вашей поддержке, если вы будете как зрители приходить, вам это понравится, то спасибо. И Таня, это наш, Таня выражается, бэк офис, человек, который помогает нам с бумагами, с коммуникацией, с предпринимателями и так далее. В принципе, на данный момент все. Всего лишь я хотел бы сказать то, что мы создались, ну, многие спрашивают, чем вы занимаетесь, для чего вообще как вы здесь. Вот. Я хотел бы сказать, что мы на данный момент принимали наши планы, мы хотим сделать, чтобы каждые выходные в городе Ахтырка проводились какие-либо мероприятия. То ли это будет литературное чтение, то ли это будут какие-то минимальные концерты, то ли это будет там концерт выступающих ребят, которые будут привозить с Харькова, с Сумы, или, допустим, с Полтавы, или с Киева, не важно. Поэтому мы надеемся, вам понравится. И не судите строго, это первый наш концерт, который мы делаем сами. Очень опытных людей. Я хотел бы сказать спасибо тем ребятам, которые выступают, руководителям, которые откликнулись и выступили у нас. Потому что это свободное время, это выходное за эти дни, за это время. Им никто не платит, это их личная инициатива. Похлопайте еще раз и поддержите его мне. Спасибо. На сцену запрошуємо Євгена Войченко з піснею «Добрий ранок, Україна». Добрий
ручку. Буваючи. Хорошо. Не псує. Я не знаю.